Всем привет, с вами Алекс и Алена. Сегодня мы решили вспомнить наши первые дни в Америке, а именно переезд, то есть мувинг. Мы взяли все нужные инструменты. Это называется волшебные чемоданчики. Волшебный чемоданчик с волшебными инструментами, и будем переезжать. Да. Еще говорят, что любой переезд, он сравни с пожаром. Так вот, сегодня будет наша серия «Пожар в Нью-Йорке». Оставайтесь с нами, и вы увидите переезд вместе с нами. Буквально вчера мне позвонила моя знакомая и сказала, что ей срочно нужно уезжать в Майами. Ну, мы думали и придумали, что, конечно, мы можем ей помочь с этим. Вот он, это дом, где она живет, самый последний этаж. Я организовала своих мальчиков, и мы пошли смотреть, откуда и как удобнее вывозить ее мебель. Мы решили размяться, поэтому бой. 22 этаж нам не страшен. Вот эта дверь, и вот сюда мы подгоним вэн для загрузки. Здравствуйте, Мудров, вызывали? Сегодня переезжает вот такая маленькая студия к нам домой. Переезжает практически все, кроме дивана и вот этого комода с зеркалом. Переезжает стол, переезжает два шкафа, переезжает вся вот эта стена с кроватью и кресло. Так что за работу. Итак, первое, что мы выносили, это, конечно, небольшие шкафы, те, которые можно поместить в лифте. Самое большое неудобство этого дома оказалось, что лифта грузового нет. То есть мы должны всю эту мебель перевозить вместе с жильцами этого дома. К сожалению, лифты маленькие, там помещается только 4 человека. Ну, посмотрим, как у нас это получится. Осталось разобрать самое объемное. Это кровать. Давай немножко поднимем это все. Чтобы не мешало. Буду стенку разбирать. Это целый настоящий мужской конструктор Лего. Да. Главное, чтобы когда мы его соберем, не остались лишние болты. Thank you.
Итак, мы вынесли почти всю мебель. Осталось только самое главное: матрас, стол и телевизор. Нам пришлось арендовать небольшой вэн. Он размером десятка. Сейчас мы загрузимся. И нам буквально 2 мили до дома. Так что это 5 минут. А чуть позже мы расскажем полностью, сколько стоит арендовать такой вэн, сколько стоят транспортные услуги и вообще в целом, сколько вам обойдется подобный переезд. Оставайтесь с нами и смотрите дальше. К сожалению, у нас не все поместилось, и ребята отвозят часть мебели. А я остаюсь ждать их, чтобы забрать вторую часть мебели. Пока-пока. Мувинг начинается, да, там пару ящиков, две тумбочки. Оказалось, что в нагрузку еще нам пригрузили телевизор, смарт и матрас. Вот тут матрасик лежит, а там дальше телевизор. Крутой матрасик за $500, да? Крутой матрас, да. Вот, так что сделали только загрузку и везем последнюю уходку домой. Потом еще часа два разгружаться, а завтра вообще придется весь день посвятить, чтобы собрать, прикрутить к стене. Кровать Лего. Вот. На память будет шрам. Порез. Об этом переезде. Так что, если кому надо переезжать, кому-то нужен мувинг, пишите нам. А самое главное, мы можем вам рассказать, сколько стоил U-Haul. Правильно, Саня? Да. Да. Итак, утром, когда мы посмотрели на официальную страницу U-Haul, оказалось, что того размера вэна, который нам необходим, сколько, 12 фит, да? Десятка размера мы хотели фит. Взять. Да. Такой же, как трак с кабинкой. Да, к сожалению. Его не было на ближайшей станции проката рядом с нашим домом. Поэтому пришлось взять то, что есть. Это был 9-футовый. Да, 9. Мы в одну ходку не поместились, поэтому вот это делаем вторую ходку. Цена его стоит, скажем так, $20 в течение дня. И дополнительно ты платишь $1.60 за каждую милю. И все это, в принципе, суммируется и получится. Плюс к этому еще страховка, insurance. Ну, это по желанию. По желанию. Если ты хочешь за 26.95, если не ошибаюсь, можно взять страховку на автомобиль. $25, по-моему. 25.90. Ну, короче, да. $25-26 страховка на всякий случай, если что-то. Итак, да, если говорить итого, сколько получилась цена в общем? Нам переезжать за две ходки было до 10 миль. Скажем, если 10 умножить на 1.6, скажем, $15. Плюс такс. $25 плюс 15, 40. Плюс 20 за сам вэн, 65. Ну, $65. Возможно, добавят еще такс. Короче, $70. И, в принципе, ты можешь, неважно сколько часов, 2 часа, 3 часа, 5 часов, здесь все считается километражу. То есть, по майлам. На весь день вот $70. Но подожди, на весь день, со скольки? С пробегом 10 миль. Ты можешь перевозить с одного объекта на другой, у тебя будет 50 миль, тебе будет дороже. В нашем случае это было вот там, на 4-5 часов арендован вэн. Нам обойдется в $70 полностью все. Страховка, бензин мы не оплачиваем, ничего. То есть полностью страховка, $70. Километраж и сама аренда. $70. Окей, все, принято. Так что, кто хочет переезжать, знаете, что примерно $70, это если вы живете рядом. Так что будем считать, что у нас завтра
сегодня и завтра практически как новоселье. На выходные ждем всех на барбекю на новоселье. Да? Да. Супер. Наш мувинг закончился. Мы получили ресит и сдали наш вен фирмы U-Haul. По реситу видим, мы проехали 5 миль по $1.60, это $8 плюс рент такого автомобиля стоит $20 и страховка 25, то есть плюс такс на все это, наша в итоге получилась страховочка со всеми расходами $56. Неважно сколько часов, мы сделали наш переезд за $56. Супер, осталось только собрать всю мебель. Можно отмечать новоселье. Спасибо всем за просмотр. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал. И вы увидите Америку именно своими глазами.